Третьяковской галерее открылась выставка картин из собрания Чувашского государственного художественного музея. Это не только яркое культурное событие, посвященное столетию республики, но и одно из направлений развития образовательного туризма. Популяризация культурного наследия поможет повысить интерес к региону в целом. На совещании по развитию детского образовательного туризма в Москве речь шла о новых формах работы. Создан комитет по развитию детского образовательного туризма, и мы с вами знаем, что мы одни из немногих на этом этапе, кто разработал целую программу синхронизации образовательного процесса и посещения музеев. К примеру, школьники, которые начинают изучать неевклидовую геометрию, им было предложено посетить музей Лобачевского, и не все знают, что он у нас есть на территории Чувашии. Художественное направление также будет, конечно, синхронизироваться с музеями и с выставочными экспозициями, которые представлены в наших музеях. Ну и, конечно, Чапаева надо в музей посещать тогда, когда ты уже изучаешь время революции, когда ты понимаешь роль личности в истории страны, ну и так далее. Так вот, у нас эти программы разработаны. Сегодня изданы каталоги, живые уроки, и практика Чувашии, она действительно является одной из интересов на уровне страны. Поэтому мы представили эту практику, эти наработки, предложили следующий комитет по детскому образовательному туризму провести уже у нас в Чувашии, посмотреть, как это фактически отрабатывается, как у нас сегодня готовы туроператоры.